Тему безопасности в учреждениях социальной сферы обсудили на совещании под руководством первого заместителя главы администрации городского округа. Диалог на серьезную тему состоялся в школе номер 16. В совещании приняли участие сотрудники администрации округа, правоохранительных органов, руководители учреждений образования, культуры и спорта. В Подмосковье уделяется очень большое внимание безопасности детям. И есть программа губернатора нашего по безопасности Подмосковья. В нашем городском округе Щелково Андрей Алексеевич Булгаков уделяет это большое внимание. И сегодня мы провели такое небольшое совещание. Также разобрали некоторые моменты, связанные с детьми, о том, что бывают трудные подростки, тот же случай в Химках. Рассмотрели те позиции укомплектованности школ техническими средствами. Главное при безопасности наших детей – это профилактика. Хотелось бы обратить внимание, что родители не должны обращать сразу внимание на своих детей, если заметили какие-то, ну скажем так, неправильное поведение, может там замкнутость, агрессивность, еще что-то. В школе также учителя, социальные педагоги должны на это обращать внимание и незамедлительно реагировать, то есть рекомендовать им психолога, психиатра, связываться с территориальными инспекторами по делам несовершеннолетних. Вовремя заметить и отреагировать на изменения в поведении, появление агрессии или замкнутости у детей и подростков, возможность предотвратить несчастный случай, было отмечено в ходе совещания. Особое внимание обратили на необходимость идеологической работы с детьми и молодежью в учреждениях социальной сферы.